В столице Чувашии продолжается подготовка к отопительному сезону. В Чебоксарах проходят плановые ремонты котельных, гидравлические испытания и промывки сетей. На это время горожане останутся без горячей воды. Уже отключили более 700 жилых домов. К такой мере прибегают из-за технической необходимости подготовки коммуникаций к новому отопительному сезону, чтобы в период холодов не случалось аварий на теплотрассах. Власти придерживаются следующей логики. Лучше, если квартировладельцы потерпят неудобства 1-2 недели, чем в зимние морозы останутся без горячей воды и тепла.